Здравствуйте. Расскажу несколько слов про систему управления подбородком. Пульт управления подбородком, вот этот, он дублируется основным пультом с дисплеем, который установлен на подлокотнике. Сам пульт подбородка, он установлен на таком кронштейне, который имеет три шарнира. Один шарнир сзади, это второй шарнир, и третий шарнир для установки максимально комфортного угла наклона пульта, то есть можно отрегулировать так, так. Вот. Ну и соответственно по вылету можно отрегулировать ближе, дальше, вот таким вот образом. Работает пульт следующим образом. Слева у нас кнопка включения, справа у нас кнопка переключения режимов и соответственно джойстик. Джойстик имеет такую специальную выемку для подбородка. Работа происходит следующим образом. Для начала нам нужно включить коляску. Коляска запустилась. Когда у нас лампочка работает вот в таком режиме моргания, у нас значит, что пульт, сам джойстик, он находится в режиме кнопок. Сейчас после включения нужно сначала выбрать, в каком мы режиме будем ехать, в колесном или гусеничном. Я подбородком нажимаю вверх. Выбрался режим. Теперь, соответственно, здесь, управляя подбородком, я могу зайти в меню. То есть вот меню кнопка справа, я джойстик нажимаю вправо. Могу пройтись по меню, могу зайти в регулировку сиденья. Соответственно, управляя подбородком, я могу отклонить кресло, как мне удобно. Ну, то есть все функции меню, они, соответственно, доступны с подбородка, то есть подбородок здесь у нас работает как кнопки. Чтобы переключить подбородок, собственно говоря, в режим передвижения, я должен переключить режим. Сними подбородок, пожалуйста. Вот я изменил режим, теперь у меня лампочка горит зеленая, перестала моргать. И сейчас у меня уже джойстик работает в режиме, собственно, джойстика, а не кнопок. То есть я могу теперь двигаться свободно. Например, чтобы мне изменить максимальную скорость передвижения, я должен переключить пульт в режим кнопок. Вот. И вот максимальную скорость, вот здесь была 8-я скорость, 8 км в час, я могу ее отрегулировать, вот, например, на 5 км в час. Отрегулировал, перевел в режим джойстика и поехал. Вот так это происходит. Также, соответственно, у нас всегда активен основной пульт. То есть управлять можно как с этого пульта, так и с этого пульта. То есть они работают параллельно. Спасибо за внимание.